Процедуры купания в период празднования крещения в Шымкенте пройдут с 24.00 до 7 часов утра 19 января на реке Кошкар-Ата. На каждом участке во избежание чрезвычайных и несчастных случаев контроль за купающимися установят опытные водолазы оперативно-спасательного отряда. Спасатели будут дежурить в специально отведенных для купания местах. Для обеспечения порядка и безопасности во время крещенского купания принят план совместных действий экстренных служб. В их числе департамент ПЧС, полицейские департаменты, представители местных властей. В местах массового крещенского купания в этот день круглые сутки будут дежурить группы в составе сотрудников департамента ПЧС, врачей скорой медицинской помощи и специалистов Центра медицины катастроф. Их задача – оказать помощь нуждающимся в любую минуту в ходе крещенских мероприятий. В период сильных крещенских морозов при купании в холодных источниках, напоминают спасатели, высока вероятность переохлаждения. Поэтому к водным процедурам нужно подходить осмотрительно. Не лишний будет напомнить некоторые правила, которые помогут пройти ритуал без вреда для здоровья. Если человек получил переохлаждение, нужно провести следующие мероприятия. Во-первых, сразу после извлечения из воды нужно обернуть его в теплое одеяло. Потом надеть на него теплую сухую одежду. Если пострадавший находится в сознании, напоить его горячим чаем. При этом сразу нельзя человека сильно обогревать. Делать это нужно постепенно, чтобы не было нагрузок на сердце. Во избежание осложнений нельзя в холодную воду опускаться людям с хроническими заболеваниями. Также не стоит употреблять спиртное перед погружением в холодную воду, предупреждают врачи. Это пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему. Не рекомендуют это и христианские каноны, хотя и не запрещают, говорят и священнослужители. Когда воду уже осветят, то многие из православных христиан, также многие из других конфессий в этот день принимают, можно так сказать, процедуры ванны такие, когда выходят на источники, выходят на реки, выходят на озера и три раза окунаются в холодной воде. Но это такая православная традиция, где-то в канонах нигде такого нету. Поэтому хотелось бы вам пожелать удачи, чтобы было без происшествий. В местах, где будут дежурить спасатели, каждый из купающихся пройдет инструктаж, как правильно погружаться в прорубь и выходить из воды. И если следовать советам специалистов, праздник крещения оставит только приятные воспоминания. Даниар Худайбергенов, Амтай Ульбеков, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании «Отрар».